Молодой человек, можно вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, я заказала мясо, что вы мне к нему порекомендуете? Ну, к мясу прекрасно подойдет аспирин. Так, хорошо. Что тогда к салату? Ну, к салату прекрасно подойдет валерьяна. Валерьяна? Боюсь спросить, что к десерту? Ну, к десерту сам Бог велел взять парацетамол. Парацетамол? По-моему, я что-то напутал. Давайте я лучше уточню, хорошо? Ну уж нет. Лучше завтра включайте утро с вами и узнайте, как правильно сочетать прием пищи с приемом лекарств.